Всех приветствую. Итак, ко мне начинает приезжать аксессуары, которые я заказывал на Алике для PlayStation 5. Все будем пробовать, все будем тестировать. Итак, первое, что ко мне приехало, это наклейка на переднюю вот эту вот сторону, потому что, как вы уже знаете, много снимал видео, вот эта часть, она глянцевая, на нее садится пыль, она царапается, и попробуем, каково это, ее закрыть вот такой вот наклейкой. Ссылку на наклейку оставлю в описании, брал с Алиэкспресса, сколько стоит, я даже не помню, честно, так что сами проверяйте. Это у нас диск-версия, окей. По первому взгляду меня, честно, напрягает, что все наклейки приезжают, ну, как-то смятыми, то есть сложными пополам. Насколько это все будет нормально наклеиваться, хрен знает. И насколько это все колхозно будет выглядеть, ну, скорее всего, наверное, колхозно. Хотя я заказал очень хорошую компанию D-Brand. Я уже когда-то давно на Samsung заказывал. Конечно, американская тема. Стоило что-то в районе, по-моему, 60 или 70 долларов. Я не знаю, когда приедут, в сентябре или в октябре, потому что там как-то нужно записываться было. Я, короче, записался на производство в конце августа. Вот, там сделают, потом мне отошлют. Там сразу идут вот эти две панели, то есть не надо ничего клеить, ты прям панель снимаешь и панели их устанавливаешь. Вот, так что там какие-то запасные прям вот эти запчасти будут. Но это мы еще посмотрим. Это, короче, наклейка, вот такая вот, длинная наклейка, которая у нас клеится от верха вот так вот донизу. Насколько это все будет стрёмно выглядеть, хрен знает, сейчас проверим. Короче, поехали. Ну, смотрите, здесь есть у нас под клавиши. Ну, вот это вот на самом деле отстойно, что присылают вот такую вот ее мятую, и мне кажется, это будет, конечно, видно. Потому что вот она сложена в несколько раз. Типа, камон, окей. Ну, сейчас проверим, будет она такая же мятая или нет. Разъем под USB, под Type-C. И, в принципе, все. Вот что про вот это место. Ну, на самом деле, оно вроде как с одной стороны прикольно выглядит. Но вот я сейчас протираю. Не знаю, эта тряпка вообще можно поцарапать? Это такая специальная микрофибра, которая... Ну, вот очки я протираю. Здесь сразу я... вот, все понятно. Тут даже, наверное, так не видите. Сейчас я попытаюсь вам как-то на iPhone это записать. Из того, что я... Вот, смотрите. Вот они, эти царапки. Вот, это от того, что я DualSense сюда клал. То есть, вот это, видимо, из-за протирания, вот они, видите, такие продольные царапины. Вот они, вот, видите, на цвете. А вот здесь вот от того, что я просто сюда клал, вот, получается, вот так вот DualSense просто, вот, типа, тестировал. Хотя он особо-то... Да и он сюда даже, смотрите, нифига себе, он не касается. То есть, просто от чего-то один раз положенного или не один раз. Вот, короче, вот, прям царапины. Охренеть. Просто жесть. Ну, сейчас постараемся как все это дело защитить, как это вообще все будет выглядеть. Окей, протираем, чтобы было красиво. Сейчас будем клеить. Поехали. Отмеряемся. Я буду... Здесь, конечно, инструкции нету. Я буду клеить с самого низа, чтобы сразу кнопки, ну, попали. Ну, здесь особо, конечно, навыков, наверное, не нужно. Ребята, из аксессуаров заказал вообще все практически, что возможно. Не, конечно, я работал в продажах, я... пленки на телефоны клеил, но, конечно, не всегда работает, но здесь вот уже... Так, вот что получилось, сейчас покажу все это дело поближе, то есть тоже приближение к помощи близкой съемки, покажу, что у нас тут. Вот эти вот заломы, они видны остались, но я так понимаю, что, скорее всего, как-то надо отковырять верхнюю вот пленку, которая есть еще на этой, потому что она получается такая глянцевая, у меня это немножко получилось сделать. Вот. И под ней она просто матовая. Скорее всего, это, наверное, вот так вот, потому что, ну, наверное, так должно быть. Вот она реально матовая. Я вот до конца не знаю, нужно снимать эту защитную пленку или нет. Но получается... Вау! Слушайте, а получается это даже очень недурно. А ну-ка сейчас. Вот это уже другое дело. А ну-ка. Сейчас. Когда она не блестит, конечно, это все по-другому воспринимается. Так, здесь разглаживаем. Окей. А ну-ка, смотрим. Так, разъемы. Все вроде аккуратненько. Сама она такая, вот здесь небольшой пузырик. Я сейчас попробую его отсюда вытащить. Ладно, потом разглажу. Вот, кнопочки. Значит, вот здесь вот небольшой косячок. Но это, видимо, из-за того, что я вот цену криво наклеил. Конечно, все клавиши нажимаются. Слушайте, а ничего, так смотри, она будет меньше пыли попадать. Точнее, ее вообще не видно будет. А, пузырь. Сейчас уберем. Хорошо. Проверим ее на вторичную наклейку. Потому что пузырь я не могу убрать оттуда.
Так, второй раз нормально тоже наклеилось. Окей. Так, ну что хочу сказать. Что-то сначала было стрёмно, а теперь нормально. Все, глянцевую тему убрали. Наклейка есть, царапаться не будет. Мне кажется, одна из необходимых вещей, не факт, что именно такая наклейка, потому что, ну, если ты будешь, типа, долго пользоваться, потом когда-нибудь ты ее будешь продавать, там, перепродавать и так далее, но лицевая панель царапается нахрен сразу, и пыль остается. Вот в наклейке. Кстати, ну, вот так вот внешне ты даже не отличишь, там есть наклейка, нету. Реально одобряю. Слушай, добротная тема. Мне понравилось. А чё? Окей. Первый аксессуар проверили. По крайней мере, дешево и работает. Ладно, все, давайте. Подписывайтесь на канал. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.